Не замужем? Инстаграм внизу. Инстаграм внизу! Не замужем она! Ты что, блогер? Перспективный! Еще экономная! Еще с высшим образованием. 1,67 м. Еще готовит вкусно. Когда я готовлю вкусно? Не поли! А, да! Романтический ужин за 500 рублей. Да. Вот, кое-что оно все... Сплошные плюсы. Вообще, я думаю, что это видео не нужно монтировать. Вот как есть, так и выложу. Да, реально, тут нечего монтировать. Но кое-что все же изначально нужно отрезать. Как я ругаюсь матом. Не было такого. Но я хочу пить. А то, что я всегда лохушка, это нормально. Не то туда, туда. Ты не знаешь, право лево, это право. Немножко направо. Я уже куда? Я уже уперлась в ножку. В кадре мы, в кадре, детка. Всем привет, мои хорошие. С вами Эмили и... Асхватима. И сегодня мы снимаем новое видео, челлендж «Не запивай». Такое видео было уже на канале Асхватимы, и вам оно очень понравилось, поэтому мы решили повторить. Решили повторить, у меня прям язык заплетается. Так, обожаю. Давайте вблизи покажем, что у нас есть. Я уже начала, я не могу. Это... Здесь, значит, с фруктами, это вафли. Я еле-еле скрутила ее на эти фрукты, она хотела скрысить мне фрукты. Какой скрысить? Подождите, я сейчас вам расскажу. Стоп. Мы, значит, пошли покупать эти вафельки, в общем. Я подумала, что возьмем простые, все равно мы идем домой, нарежем там фрукты. Это что значит? Начала там выступать. Говорит, мне, пожалуйста, с бананом, с киви, не знаю, с этим, с тем, с другим. В цене это все прибавляется, понимаете? Банан, клубника. Она хотела мне зажать фрукты. Всего какие-то $2.5. Дома бы нарезали, мы столько фруктов взяли. Клубнику я не брала, и бананов, кстати, тоже. Жадина, говядина, соленая, огурец на полу валяется, никто ее не ест. Я хотела взять выпить. Я тоже по привычке. Разрежь все, я сейчас половинку у тебя украду. Как же это вкусно. Я вот сладости не очень люблю, если честно. Если вы тоже не любите, то пишите в комментариях. Но это божественно. Это просто лучшее, что можно было бы придумать. Это вкуснота. Вкуснятина. Так, отбираем у нее. Это кайф просто. Господи. Очень вкусно. Я люблю шоколад. Из сладкого фрукты и шоколад. Фрукты считаются, но это не сладость фрукта. Короче, я люблю все, что связано с шоколадом. Причем Боже. Я люблю молочный шоколад. Горький ненавижу. Но кто говорит, что полезный горький шоколад? От него меньше толстеет. Мы не просветили вообще наших зрителей. Наша цель в том, чтобы не запивать. Это челлендж, да, вот. Теперь смотрите дальше. То есть нельзя пить. У нас здесь чай стоит. Посмотрим, кто первая. В прошлый раз я проиграла. Но в этот раз... Опять ты проиграешь. Ага. Из видео я попила водичкой. Мне что-то пить не хочется. Я тебе дам. Не хочется. Где бы найти рецепт этих вафелек? Они божественно вкусные. Это специальным аппаратом делается. Где купить этот аппарат? У нас раньше был, но он был старым. Не работал. Извините мне, мое пятнышко. Это случайно произошло. У меня теперь нет выбора. Придется так снимать видео. Ты думаешь, кому-то видно? Не знаю. Видно, нет. Во всяком случае, я на всякий случай извинилась. Как вкусно. Как это вкусно. У меня на работе надо мной прикалываются, прикинь. Начинают что-то есть, смотрят на меня и делают так. Как вкусно. Ну, я такая повернулась, смотрю, что-то не то. А потом я вспомнила, что я так делаю видео. Я умираю.
Ты сейчас все съешь, я лучше отниму у тебя. Она все забрала. Делай. Ты не заворчала, что им пришлось заплатить. Я уже заплатила, я предлагала самим нарезать. Да, да, папа, все несу. Это называется дедовским методом. Перевожу для русскоязычных зрителей. Я хочу пить. А мне хотелось зажать фрукты, а сейчас сама их всех есть вообще. Я предлагала отдельно купить фрукты, отдельно купить. Так получается, я втридорога заплатила. Из-за тупости одного человека. Ты купила бы килограмм клубники, это уже два маната. У нас и так и нам фрукты есть, дорогая. Что ты мне на нервы действуешь, а? Нет клубники. Вообще у нас... Она мне достала. Я люблю экономить. Она любит транжирить. Когда идем в какой-то ресторан, и она начинает. Мне, пожалуйста, свежевыжатый сок, 3 порции, пожалуйста. Тройная доза. Мне, пожалуйста, хумус, мне донер, мне это, то. У меня так уши вянут. Я думаю, она же все равно это все не съест. Я такая сижу, хватит, хватит, остановись. В конце за это нужно платить. Анкодетка, я заплачу. Ты всегда так делаешь. Вкусно. К черту челлендж, я хочу пить. Ты все равно не будешь пить. Ну пей. Почему я должна? Ну что спали? Я передумала. Давай, если ты выпьешь. Я передумала. Если я выпью, я верну тебе деньги за то, что ты заплатила. За лишнее или за все? За все. Если ты проиграешь, нарш. А если я проиграю? Если ты проиграешь, то все останется в своих местах. Ты уже заплатила, крошка. О, крошка. Походу, я что даем и не выпьем. Но мне хочется. Хочется? Хочешь да. Мне сделать приятное? Я еще потерплю чуть-чуть. Мне хочется, вот когда я ем, сделать. Но просто мои коллеги меня достанут. На самом деле, кто чай не пьет? С каким-то тортиком. На меня смотрят и такие. Как вкусно. Ребята, я сейчас поставила сторис, пока она выкладывала это все на стол. Вы не поверите, мне пришлось удалить первую часть сторис из-за ее непристойных звуков. Это что-то, если вы уже успели посмотреть эту сторис, то ставьте лайк. Я не знаю, вы подписаны или нет на мой инстаграм. Если не подписаны, то ссылка будет внизу под видео. Обязательно подписывайтесь. Она мне говорит, что я переигрываю. Она говорит, это что такое? Говорит, ты переигрываешь. Я говорю, это от души. Вот сейчас от души будет. Я не могу, я должна пить. Это от души, реально. Да. 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 Пей, да, ты же не выпила. Я не могу. Я не могу быть лохушкой. Но я хочу пить. А то, что я всегда лохушка, это нормально. Ну. Деремся за брата. Из-за этого банана, который из этой стороны видно, та сторона, я заплатила втридорога. Ну ладно, на 40% больше. Все, я не могу. Ура! 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 Все поняли, кто здесь лохушка. Я шучу. Я шучу, пей, я прикалываюсь. Какая лохушка? Ты мое солнышко. О, да, я пью чай. После меня ты еще 5 минут должна не пить. Чтобы это было абсолютно... Где это написано? Это написано в моем прошлом видео. Не пей, крошка, а я буду пить. Может, устроимся работать туда, где готовят эти вафли? Тогда я превращусь сама в вафлю и в бургер. Мы узнаем рецепт и свалим. Можно посмотреть в интернете. У меня один метод для всего. Устроимся, узнаем рецепт. Прикол. Это действенный метод просто. Да, реально. Ваше здоровье, вот мой чаек. Так нечестно, всего минуту перетерпела и все выгла. Ты быстрее меня выпила, да?
Это кайф, он еще горячий. Я не люблю, когда чай совсем горячий кипяток. Я люблю, когда он в меру горячий. Такой вот, как сейчас. Больше всего, за что я люблю свою работу, это то, что у нас есть женщина, которая приносит нам чай. Утром ты приходишь на работу, у тебя уже горячий чай. Потом, не знаю, время 11, опять тебе принесли чай. Это по расписанию, это на самом деле очень-очень удобно. Хотя у нас такая работа, что можем встать, налить себе чай без проблем. Но это сервис такой. Обалденно. Я просто хочу к вам на работу. У вас есть там для меня местечко? Да, есть. Директор отдела кадров. Да, такая вакансия есть. С фруктами вкуснее, согласись. Но так тоже вкусно. Они свежие. Я предложила нарезать самим. Успокойся, Оля. Она не может успокоиться, я уже проиграла. Повезло ее мужу. Такая повезет. Экономная девушка. Повезет, да. Она еще не замужем. Инстаграм внизу. Инстаграм внизу. Не замужем она. Ты что, блогер? Перспективный. Еще экономная. Еще с высшим образованием. 1,67 м. Еще готовит вкусно. Когда я готовлю вкусно? Не поли. Алла, да. Романтический ужин за 500 рублей. Да. Вот, кое-что она все сплошные тоже. Плюсы. Надо доесть это. Какой вкусный шоколад. Нутелла. Это классический шоколад. Шоколад без вкуса орех. Вообще, если честно, мне нравится видео. Не где мы мукбангом много едим, а вот просто в удовольствии едим. Вот сейчас вот, ну прям вот хочется съесть. Я вот так делаю. Она смешная, у нее тушь потекла. Это подводка. Она всегда течет. Вообще, я думаю, что это видео не нужно монтировать. Вот как есть, так и выложу. Да, как реально, думаешь? Тут нечего монтировать. Но кое-что все же изначально нужно отрезать. Как я ругаюсь матом. Не было такого. Почему они заканчиваются? А я наелась в самый раз. Надо же, впервые в жизни Фати наелась быстрее Айки. Какие здесь себе сережки у тебя? Это кто придумал этот рецепт? Я пойду обниму его. Это венские вафли. Поедем Значит, туда. Австрийцы придумали. Логично. Кто был в Австрии и ел там вафли, ставьте лайк и пишите комментарии об этом. Садится зарядку. Закругляемся. Короче, Фатя проиграла, профукала, прогазила, облажалась. Продолжай. Сколько там, 19 монат. Будет 20. Нет, меньше. 14. А, 19. А на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Ссылка внизу в инфобоксе. Также в комментариях, везде. Пишите. Также не забывайте ставить колокольчик, подписываться на наши инстаграмы и писать... Все внизу. И писать, какого рода видео вы хотите увидеть на моем канале. Мы вас всех очень любим. Увидимся. Пока. Пока. Открой окно, мне жарко.